В столице построят четырехэтажный паркинг в Бабушкинском районе. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Пресс-служба Москомстройинвеста сообщает, что в столице на улице Ленская в Бабушкинском районе построят четырехэтажный паркинг на 800 машиномест. Уточняется, что проект согласовали на заседании 19 декабря. По информации издания, территорию для строительства предоставит ГСК «Ленский». Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова заявила, что земельный участок дали в аренду на 6 лет. Отметим, что его площадь составит 1,2 гектара, а суммарная поэтажная 32 тысячи квадратных метров. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!